Здравствуйте, я жена благословенного мужа Божьего и мама двоих прекрасных детей. Первому ребенку... Хорошее начало. Очень. Первому ребенку 3 годика исполнилось в апреле, а второй 8 месяцев. Получается, что не выходя с первого декрета, я вышла во второй. И мне кажется, что я столкнулась с послеродовой депрессией. Я раздражительна и бывает срываюсь и на мужа, и на детей. А потом очень сожалею об этом. Такое чувство, как будто мои силы дошли до своего лимита. Подскажите, пожалуйста, как мне выйти из этого состояния? Послеродовая депрессия действительно существует. Но, опять же, это физиологическое некое состояние, да? Надо радовать себя чем-то. Надо, может быть, попросить мужа, чтобы он... Давал выходной. Давал выходной, да. Я помню, у нас есть такая семья. И вообще, это редкий случай на самом деле, когда мужчина понимает это и осознает. Он, короче, забрал ребенка, сам сидел с ребенком, жену отправил, снял в отеле номер, заказал ей там спа-процедуры. То есть она уехала на сутки, то есть она уехала, она там купалась в бассейне, сходила на массаж, просто была одна в отеле, там поужинала на утро, позавтракала и приехала домой. Другим человеком. Ну, к сожалению, почему-то это не открыто мужчинам. Им кажется, что я так же напрягаюсь, я так же работаю. Нет, сидеть дома с детьми и рожать детей – это не работать, это совсем другая история. Женщина себя отдает, ребенок ел ее изнутри. Возможно, маленький до сих пор ест. Да, поэтому на груди, может быть. Мужчины часто это обесценивают и вообще не считают это важным. Но женщину надо восстанавливать именно так.